пошла! Фестер, что ты мычишь, будто воды в рот набрал? Дорогой, по-моему, там не вода, а мяч. О, так бы и сказал. Спасибо, Гомес. Играем! Мы семейка Адам злобная, нам по нраву жизнь загробная, ну и все тому подобное, да! Ча-ча-ча! Ужасная мерзко! Лохматая зверски! И ласково дерзкая! Мы Адамсов семья! Мы семейка Адам злобная, нам по нраву жить загробная, ну и все тому подобное, да! Новая семейка Адамс. Как водится, все гениальное просто. Кладешь на рельсы монетку, поезд мчится на всех парах и... Ха! О, вуаля! Бери. Браво, дорогой. Пусть Ларч принесет мясо. Я буду разбивать сердца. Ну вот, кажется, гонка сломался. Хорошо, что мы предусмотрели аварийный. Разбивали, вызывали. Ларч, будь добр. Глядите, авария высотой всей машины. А там торнадо! О, вероятно, стихийное бедствие. Скорей, конец света! О, это кузина катастрофия! Ой, она отвалилась. Я заплачу. Кузина катастрофия, до чего же мы рады тебе? Как жизнь? Вы ж меня знаете, не беда, так несчастье. О, Боже! В отличие от интерьера. Как твоя милая сестра меланхолия? О, снова в депрессии. О, суицидальный. Замечательно. Чему обязана твоим визитом? О, я решила вас просто проведать. О, Марсиша, меня уволили. О. Опять? То есть, что случилось? Я понятия не имею. Счастлива в Чайна-тауне. О, простите, я за это заплачу. Пустяки, все равно старье. Ха, ваза эпохи Минь, $1,000,000 за десяток. Мне сказали, что я сущее разорение. И что никакая страховка не сможет покрыть ущерб. Вещь проводит тебя в гостевую, теперь ты в кругу семьи. Странно, что в честь нее не назван ураган. Обожаю, когда у нас гостит кузина катастрофия. 33 несчастья в одном флаконе. Так вот, почему наш гонг не работает. Не работает? Что же вы не сказали мне? Пойду посмотрю и починю. Poor Catastrophia. She has absolutely nothing going for her. She doesn't even seem to enjoy it. The poor dear has such low self-esteem. We should do everything we can to make her feel neat. Что, скоро ужин? Сейчас я вам помогу. Катастрофия, осторожно, не наступи! Ха!
Хотя, если подумать, я бы с удовольствием отужинала наверху. Maybe the gong's fuse is blown. Ow! That one works. Ow! That one works. Ow! That one really works. Oh, right. The gong. Since when did we get a herd of elephants? I think that's Cousin Catastrophia. Of course. Remember, Mother told us to make her feel needed. My Catastrophia! Uncle Fester and I are fixing the bell cord. We could really use your help. Oh, what can I do? Pull the cord! $25,999. Этот карточный домик будет самым лучшим из всех, что мы сложили. Осталось положить самую последнюю карту. 26 000 карт! Да это просто шедевр! Прелестный туманный денек, а вы торчите тут взаперти. Но ничего, я открою окно. Окно? Нет! Замечательно! Вы гадаете, почему я созвал семейный совет? Я тоже надеюсь, что мои больные нервы. Пожалуй, никто из вас не гадает. А почему мы заседаем не в лифте? Он сломан. Уверен, причину объяснять не нужно. Итак, вопрос открыт. Как будем выпутываться? Гомес, я допускаю, что Катастрофия гость проблемный, но нельзя ранить ее чувства. Мы должны ей помочь. И поможем перебраться куда-нибудь в Азию. Тише. Мы наслаждаемся разгромом, сопровождающим ее каждый шаг. Но я боюсь, я буду вынужден попросить Катастрофию. О чем попросить? Кузина Катастрофия, мы не слышали, как ты вошла. Без грохота, звона и шума. Полюбуйтесь, что я нашла на полу. А если бы вдруг кто поранился, что тогда? Кузина Катастрофия, мы вынуждены попросить... Стойте! Ни слова больше, прошу! Я хочу вам кое в чем признаться! Что бы там ни было, мы непременно починим, заменим или просто выбросим. В этом все и дело. Я хотела бы заплатить вам за все, что разбила, разрушила, разгромила, сожгла, изорвала, испепелила. Великодушное предложение, но это излишне, абсолютно. Нет, нет. Я твердо решила, что не уеду отсюда, пока не отплачу старице за вашу сердечную доброту и великодушие. Нам это вряд ли по карману. Катастрофия, вижу, ты подошла к вопросу поиска работы весьма обстоятельно. Именно. Перечислю все, что тебе не светит. По-вашему, я совсем ни на что не гожусь? За что б ты ни взялась, тебя ждет оглушительный успех. Да. Но, может быть, у тебя есть мечта? Какую стезю ты бы предпочла? Ну, я бы хотела, но вы будете смеяться. Стать комедийной актрисой? А, еще в далеком детстве я очень-очень мечтала петь в опере. Почти угадал. Ой, это блестящая идея. А ты поешь? Пою ли я? Oh!
Мог бы не спрашивать. Что ты сказал? Фестер на минном поле? Дорогой? А? Что? Что? Где же у нас находится главный щит управления гонговой сигнализацией? Главный щит управления гонговой сигнализации. Дядя Фестер. Шутки в сторону, Пагзли. Вот же он. Где? Послушай, дружок, в данный момент мне не до игр, понятно? Поиграем, когда под рукой будет взрывчатка. Эврика! Я нашел! На первый взгляд порядок. Работает как часы. Значит, причина поломки не в нем. Правильно, Пагзли? Прости. Прошу учесть, я репетировала всего лишь 2 дня. Но славный кузен Ит передал мне все свои знания. Что ж, не томи нас больше. Ларч, будь так добр. Научил ее всему, что знал. Прекрасное предложение. Устроим грандиозный дебют катастрофе и пригласим ее друзей. Нам нужен театр. Вещь, да ты молодчина. Оперно-ресторанный театр братьев Фументо. Звучит изысканно. Оперно-ресторанный театр братьев Фументо. Говорит Гомес Адамс, мы бы хотели арендовать ваш театр для дебюта новой оперной дивы. Арендовать? В смысле, за деньги? Деньги роли не играют, назовите сумму. Деньги? Какие деньги? У кого деньги? Мама Мия, мы спасены! Что они сказали? Они обнимаются. Может, вы подъедете, чтобы обсудить детали? Уже выезжаем. Прекрасно! Катастрофия, ты восходящая звезда! Поздравляю! О, Гомес! Дай я тебя обниму! При таком объятии и шею недолго сломать. Антонио и Джузеппе Фументе из оперно-ресторанного театра «Братья Фументе». Добро пожаловать, сеньоры. Тише! Итальянские на нем говорят в Италии, рядом с Францией, где говорят по... Я перегибаю палку, да? Немножко. Джентльмены, прошу, проходите. Позвольте представить вашу новую диву, мисс Катастрофио. Я заплачу! Простите мне мою прямолинейность, но в оперном мире бытует такая традиция. Деньги на бочку. Разумеется. Похоже, Фестер вот-вот починит гонг. Или на чердаке завелась скотина. Мычали. Спасибо, Ларч. Этого вам хватит? На первых порах вполне. Ну что ж, тогда до пятницы. Чао. Чао. Вы не хотите послушать ее пение? Пение? О, конечно, пение. Стоп! Уже потому, как вы набрали в грудь воздух, виден талант. Вы божественно талантливы. Я теперь прошу извинить. Надо оплатить кучу счетов, подготовиться к вашей предстоящей премьере. Да. Какие милые люди. Согласен, и настоящие ценители таланта. Катастрофе можно сделать выдох. Стой! Объявляется общая тревога!
Уже можно? Оперно-ресторанный театр братьев Фоменто выступает «Катастрофия». Спешите увидеть дебют. О, добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Миша, спасибо. Нечто странное. Это ли не извращение питаться курой? Надеюсь, она сорвет овации. Скрещу глаза на удачу. Леди и джентльмены, на сцене оперно-ресторанного театра братьев Фоменто долгожданный дебют. Выступает многообещающая солистка, подлинный самородок, мисс Катастрофия! Простите, Бога ради. Боюсь, масштаб разрушений чуть больше, чем мы ожидали. Всего лишь чуть. Это достаточная компенсация? Спасибо. Послушай, Джузеппе, да на такие деньги мы не то что отстроим. Ты отстраивай сам. Лично я возвращаюсь в Италию. Пасти овец! Похоже, катастрофе осталось уповать только на вас. Подожди меня! Мартиша, Гомес, все ушли, потому что не вынесли моего пения. Нонсенс, просто хотели дожить до следующего выступления. Извините, мисс Катастрофия, меня зовут Ларри Брайди, и я большой поклонник оперного жанра. Слушал певцов во всех уголках земли, ну таких. Столь ужасающего пения мне слышать не доводилось. Она очень-очень старалась. Верю. Однако несостоятельность в плане вокала, похоже, с лихвой компенсируется разрушительной мощью. Хочу предложить вам контракт на 5 лет. Солисткой? Нет, нет. Видите ли, я владелец компании «Дом на слом», и таланты мисс Катастрофии пригодились бы моей компании. Большая зарплата. Не знаю, что и сказать. Как насчет «я согласна»? Я согласна. Спасибо, мистер Брейди. Позвольте, мисс Катастрофе. Ой, ну что вы, право. Я и сама могу открыть дверь. Я заплачу. It started to work again once Cousin Catastrophia left. But I decided to replace the gong belt and tighten the pull cords just to make sure. Now remember, you've got to pull gently at first. Like this. You're... Yeah,
Yes, Lurch. Could you clean up this mess? And tell Mrs. Adams that Fester won't be home for supper. Снимались Глен Таранто, Элли Харви, Броди Смит, Николь Фужер, Бетти Филлипс, Майкл Робертс, Стивен Фокс и Джон Десантис. Продюсер Виктория Вудс. Фильм озвучен по заказу телекомпании СТС.